Это будет крутой контент, от которого ты удивишься. Я куплю самые дешевые материалы. В магазине нарисую портрет. Карандаш-шестерка стоил 6 рублей. Самый дешевый маркер, который нашел, за 139 рублей. Хотя маркер, которым я рисую, за одну штуку стоит более 300 рублей. Рисовать я буду в сложных условиях, на полу. И в комнате будет много людей, поэтому сосредоточиться на работе будет трудно. И в этот раз я буду рисовать не портрет реального человека, а виртуального персонажа из метавселенной. Было трудно рисовать, но если у вас нет возможности купить дорогие материалы, в этом нет никакой проблемы. Должна быть уверенность, что ты справишься. Рисуй и потрать много времени на эскиз. Это самое важное в работе. Одна ошибка может испортить все, поэтому выделяй очень много времени на это. А если ты рисуешь в цвете, начинай с теней и постепенно увеличивай насыщенность, показывая объем. Я делаю это в несколько слоев, создавая этот эффект. И через 4 часа этих трудных условий у меня получился такой портрет. Как думаете, крутой ученый получился?